Есть много способов избавиться от морщин. Мы предложим вам три самых лучших. Алоэ от морщин. Настоящая находка для женщин. Целебное растение при регулярном применении питает кожу витаминами, смягчает ее, а также борется с дряблостью лучше самого дорогого крема. Срежьте нижние листья алоэ, разрежьте их вдоль и протирайте лицо в течение дня. Заметный результат вы увидите уже на следующий день. Маска из белка для лица от морщин с легкостью поможет избавить ваше лицо от подобных неэстетичных проявлений. Пене из белка добавляем 2 чайные ложки сахара и размешиваем до полного растворения сахара. Накладываем первый слой полученной смеси на лицо. Ждем, пока он немного подсохнет. Затем опускаем пальцы в оставшееся количество состава и начинаем выполнять постукивающее движение до тех пор, пока подушечки не перестанут к нему липнуть. Такую процедуру проделываем несколько раз. Для приготовления понадобится яичный желток, 1 штука, касторовое масло, 2 чайные ложки, лимонный сок, 1 чайная ложка. Перед применением очистите кожу. Нанесите смесь на лицо кончиками пальцев на 15 минут.